Добрый день, товарищ офицер. Физкульт, привет. Добрый день. Физкульт. Почему нарушаем? Да, что мы нарушаем, собственно? Вы без этого, без света ездите. А, понимаю, у меня просто аккумулятор тут немного присел, я его с толчка запускал. Ладно, так уж и быть, я вас отпущу, езжай. Да, спасибо, с Богом, так сказать. Да еб***ло. Как свет-то включить? Управление транспорта. Реализм. Я такого даже в Крузисе не видел. Эй, братан, все нормально? У тебя тут капот немного дымит. Да я сейчас столб словил, сейчас чинится. Да как ты вообще выжил, блядь, после столба? Это ж капсула смерти, а не машина. Да не знаю. Ужас, тебе помочь как-то? Да не, я чинюсь уже. Тебе нужна эта тачка, я могу тебе продать. Да я только зашел, у меня 700 рублей в этом городе, ты о чем, братан? А, ну иди работай на карьер. Так а я что, я ж туда еду. Ох, блядь, ебать нахуй. Это норма. Там же вот рядом менты были, сука, что ж они этого придурка не словили. Ладно. Я надеюсь, это гимно заведется. Давай, удачи. Ну давай. Бля, обратно этот обрыган ёбнутый. Так, начните работу. Найдите любую руду на земле карьера. Что вот это такое? Бля, будто на Донбасс попал. Вы заработали 3000. Нихуя себе, блядь. Привет, товарищ шахтер. Помощь нужна? Не, не надо. Я тут просто алмазы, по-моему, нашел. Не знаю, как они выглядят. Можешь опознать своим взором опытным? Да, давай. Пойдем он туда вперед. О, смотри, уже украл алмазы. Это же алмазы, да? Не, это железо, я тебе говорю. Бля, она ёбка. Алмазы, они прям вот такие, понял, синенькие. Прям синий-синий, ну я понял. Как мет. Сука, я как будто в Майнкрафт попал. Какой один уголь остался, ни нахуй никому не нужный. Бля, 900 рублей. Да пошло на нахуй. Я как будто нахуй землю сырую добиваю, не нужно никому. А хочу сообщить, что по промокоду AMSERG все новички получают сначала 100 тысяч рублей на 5 уровне, а потом целых 200 тысяч на 10. Активировать его легко и просто до 5 уровня. Тыкаем буковку Т, пишем /меню, выбираем указать промокод и пишем AMSERG. Но меня это не показывает, потому что я шиз и успел еще раньше ввести собственный промокод. В общем, вуаля, 300 тысяч деревянных у вас почти в кармане. На эти деньги вы сможете купить квартиру и не мотаться, в отличие от меня, по заброшках. Ой, бать, золото, я нашел золото, пошли нахуй, мое золото, бля. Сколько я заработаю? Ого, 3 раза больше. Ебать, алмазы, пацаны! Нихуя с алмаза 25 тысяч падает. Вроде как рыб кончается. Или у нас это не канает? У нас нету обеда, братан, мы работаем 24/7. Слышь, я тут немного вот же подзаебался просто уголь добывать. Я знаю, как нам лаве побыстрее поднять. Не нужен подельник. Короче, сейчас смотри, туда вечно фуры подъезжают. Сейчас, короче, я становлюсь там, прячусь за песком. А ты вот иди туда, там, где прям фуры подъезжают. И, короче, завязывай разговор и начинай кричать, что этот человек, вот когда он подъехал, сбил человека. Я начинаю орать, что вот, моя нога, все дела, и мы разведем лоха на бабки, чтобы типа в суд мы его не потащили. Ну, это я понимаю, но есть такие люди, как я, например, им будет похуй. Понимаешь, их посадят максимум на 30 минут. Как бы нужно просто попробовать нужно, попытаться, пытать счастье. Лох всегда найдется, лох не мамонт, он не выбрит. Давай попробуем. Когда он, короче, остановится, ты типа такой, блядь, что ты там наделал, ты человека сбил, боже мой дружище, родной, любимый. Ну а я начинаю, собственно, подбегаю сзади и начинаю кричать, что ай, моя нога, все хуйня. Ну давай. Давай. Все, едете, давай. А, моя нога, блядь, моя нога, боже. Бля, ну ладно, ну, может это в этот раз просто так не повезло, нужно второй раз попробовать. По правде говоря, я подумал, что он тебя реально сбил нахуй, судя по всему. Я тоже так подумал, что он меня сейчас нахуй собьет. Ну ладно, все, я прячусь. Ловись, лох, большой и маленький. Че, большой, конечно. Ну да, лучше глупый и наивный. Да, блядь, чуваки, не мешайте же. Ай, моя нога, меня сбили, боже мой, меня сбили. Какой ужас, меня сбили. Ты человека, блядь, сбил, ебать, отвечай за это. Боже, помой. Блядь, что за ужас? Куда я попал? Господи, я застрял. Мужик, подкинь. Ну, блядь. Чел, подкинь плес. Слава богу.
Чё говоришь? Говорю, подкинь, пожалуйста. Я, короче, арендовал этот скутер, а он в чужой машине как-то телепортировался. Меня там чуть не зажевало нахуй насмерть. А чё, ты куда тебе подкинул? Да, вот в город, в остановку там где-то. Ну, где все появляются, скажем так, путники, блядь. Бедный скутер, блядь, попал, видишь, в машину оранжевую. Смотри, он с ней сросся нахуй. Сейчас я её подвину. Это у моего друга машина. Николас, я твою тачку подвину, тут просто тачка скутер застрял в твоей тачке. Я немного ее подвину к забору, не обессудь. Пиздец ужас какой-то. Ага, подвину, блядь. Ебать, осторожно, вдруг оно нахуй взорвется, блядь. Бить я могу, а толкать не могу. Надеюсь, тут ничего не взорвется, отойди. Заставка, бляпочка. Ой, блядь! Ну я во вторую машину попал. Ну спасибо за помощь, короче. Давай, давай. Ой, блядь, нужен свет включить, а то... Нахуй, полиция изнасилует. Да ебать твой хуй. Да пошел ты нахуй с этими штрафами, блядь, на зеленый же проехал. Ну ёб твою мать. Вода, 500 рублей. Вот это, блядь, довели санкции. Ебать, автошкола Нижегородской области. Ну что, поехали. Блядь, я в реальности не знаю, и тут не буду. Нахуй, ну вот это надо. Да, паспорт. Очень интересно. Блядь, короче, пихуй, я просто заплачу. Ебать, я попал. Первая полюбасом, самая длинная просто. Обязан ли водитель предоставить транспортное средство медицинским работникам для перевозки граждан? Ближайшие тра-та-та. И сирующий, что не обязан, блядь. Данный дорожный знак. Какой, блядь? А, направо. Направление движения, наверное. Ёб твою мать. Дорожные знаки. Сейчас отвечу. Остановка, ну я так и знал, да, остановка запрещена. Так оно и есть. Ебать, по городу. С правилами дорожного движения. Боже, блядь. Пиздец в машине. Как там поворотники, блядь? QE, ага, понял. Сейчас все будет. О, поворотник включил? Не, нихуя, не работает. Ужас, блядь, надеюсь, никого нахуй не убью. А, не, поворотники работают, нихуя себе. Я такого даже в Гран-туризме не видел. Я давно, ну, поздравляю с выполнением. Ну, все. Сдал. А как мне вернуться-то? Дайте хоть мопед. Ебать, что ты делаешь, Василий? Пиздец, поздавали, наверное, как и я, права нахуй купили. Вася, ёб твою мать, ты вообще смотришь, куда едешь, а? Мудыло нахуй. Эй, гайз, не хотите поучаствовать в записи видео? Давай. Делать, жопу не дам. Чуваку нужен контент. Да. Контент. Пойдем снимать. Ебать, Василий, куда ты так гонишь нахуй, блядь, сейчас в прошлое попадем. Блядь, ну... Я так понимаю, вы права тоже покупали. Я раздавал. Сколько людей сбил? Так, ну я около всиновцев. И тебя не смущает, что сзади как бы сирена? Меня вообще это не смущает. И тебя не смущает, что ты на встречку выехал? Тебя не смущает, что нас догоняют вообще-то? Я думаю, мы уедем. Я предлагаю лучше сдаться, давай к обочине. У меня уже один штраф. Водитель, остановитесь и прижмитесь к обочине, или я открываю огонь пока... Ну все, нам пизда. Мы сейчас нахуй улетим, слушай. А все, ГГ, а, блядь, он шмаляет, слушай. Бежим. А в смысле, а почему? Потому что колеса пробили. А, блядь, он меня сейчас задавит, нахуй. Товарищ капитан, я не виноват, это он все виноват. Блядь. Сейчас спрячусь, нахуй. А, блядь, добегал. Ну что там ты? Ты уже все? Я тут спрятался. Ох, блядь! Он тебя сильно ударил? Ну, разок уебал, у меня хватило. Нет, я отказываюсь, мне какая-то сила неведомая, блядь, заставляет за ним идти. Нет. Он посадил тебя. Ни за шо, ни про шо, суки, посадили. Давай, братан, убегай. Все, забудь обо мне, брось меня. Хотя я все равно за тобой мчусь. Давай, прыгай в машину. Давай скорей. Блядь. Это что было, тазер? Чё, добегал? Товарищ капитан, недоразумение. Да, мы просто ошиблись. А ты докажешь, что мы что-то нарушили? Да. Я тебе сейчас печку тут включу, я ж на переднем сиденье. Я сейчас ботинки сниму. Сука.
Закрой окна. Дует, бля, я заболеть могу. Товарищ капитан, ну вот, я вижу, вы далеко пойдете, станьте товарищем майором, например. Давайте мы договоримся. Сначала протокол выпишу. Так а что мы делали? Вы не остановились по требованию сотрудника. А причина остановки? У нас музыка громко играла, не слышно было. У вас была опасная езда, нарушение ПУАП. Так а это не я ездил. Ну, да мне без разницы, что он сам ездил, вы... Вот мой напарник уже, так сказать, получил по заслугам с автомата и с тазера. Куда ему дальше? Очень приятно вот так вылазить лицом в пол. Да. Все страшно. Тем более с дыркой-то в животе от автомата. И с него сейчас все варенье вытечет. До тачки подбросишь. Ага. В смысле, нам пешком идти? Ну ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.